Итак, всем привет! Сегодня у нас новая посылочка, не знаю, там, скорее всего, кольца, очень много колец, не знаю, какие они. Там 6 штук у меня идет. Вот, как вы замечаете, что у меня ножнички ушли на заслуженный отдых. Сейчас у нас будет нож резать посылочки. Так, вот отсюда, наверное, начнем. Да, он тоже у меня туповат, он у меня походы везде ходил со мной. Очень хороший нож, ни разу не подводил, но, к сожалению, он тоже не молодой уже. А, это даже не кольца. Эх, это у нас отбеливание зубов с гагоизделок. Купил я за 50 рублей. В общем, суть, смотрите, какая. Нужно засунуть вот эту вот штучку. Или наоборот, вот так вот, да? Вот так вот. И зубы чистить. И, в общем, типа как будто отбеливание идет. Не знаю, правда, неправда. Сейчас посмотрим. И я вам все скажу. Отбеливают ли они зубы? Если отбеливают, я дам ссылочку. Но, в принципе, рейтинг у продавца неплохой. Сейчас, минуточку. Не отключайтесь. По-моему, я купил какую-то херню. Не знаю, как она пользоваться, вообще ни инструкции, ничего нету. У продавца тоже какие-то там зубы только нарисованы. И типа нужно это вот так делаешь. И, ну, и зубы, то бишь, терешь. Я потер, блядь, у меня зуб только заболел и все. Ой, господи. Не знаю, что это за дерьмо. В общем, ну, я однозначно не советую. Это какая-то фигня. Откровенно говоря, может, я что-то не так знаю, может, я что-то не так делаю. Ну, по-моему, это херня. Не знаю. Ну, я дам обязательно ссылочку, может, вы мне что-то в комментариях напишите, может, что-то я не так делаю. Но у продавца было именно вот так вот. Нужно вот эту вот палочку, то бишь, засунуть вот это вот отверстие и тереть зубы. Окей. Я потер, у меня зуб заболел. Окей. Все, всем спасибо, всем пока. Вот на такой вот мы грустной ноте заканчиваемся. Подписываемся на канал, участвуем в розыгрыше. Всем пока. Посылок очень много. Скоро будут обзоры.